Тут еще какой-то вход, наверное, в крепость опять интересный такой. Кругом башни. Пойдем быстрее, вроде выйдем, тогда во дворик в крепостной. Ну, такой дворик, да, крепостной колодец. Это бастион. Тут, правда, достаточно такой ощутимый ветерок. Бойницы идут вдоль каменной стены. Не выпади туда. Ну, так, примерно на 10-15 пушек рассчитан бастион. Вы можете со Светой поехать, может, Машу привезли. Подходим мы к бойнице. Тут выясняется, что кругом. Подходим к следующему бастиону. Ну, кстати, вдоль крепостной стены проходит очень хорошая дорога. О, видимо, или в туалет. Ой. Боря, как вы разноцветные, да? Ага. Это есть Средиземное море. А вот и бастион, где мы были. Ну все, помочили ножки, пойдем на хороший пляж. Тут арабские детишки бьют бутылочки на набережную. Ну, пойдем, Родь, пойдем.